Эй, привет, бро. Да, я сегодня немного странно выгляжу, как говорится, нацепила на себя все, что есть. Но это мое первое разговорное видео, так что могу себе позволить. И не смей осуждать меня. Это наше первое с вами визуальное знакомство, поэтому, наверное, я начну с видео, которое будет называться «50 фактов обо мне». Ну что, приступим? Меня зовут Кэролайн, то есть это не псевдоним, не никнейм, как многие думают. Это мое настоящее имя. Да, меня действительно так зовут. И я не вижу в этом ничего странного. Мне 18 лет. И, кстати, о возрасте. Примерно лет 16, 17, 18 включительно, я поняла, что взрослею. И мне этот факт показался очень грустным. Так что примерно с того времени меня перестал радовать такой факт, как день рождения в принципе. И тогда мы с твоим дедом... Ну тебе ведь всего 18. Не перебивай, когда старший разговаривает. Я знаю, это более чем странно, но, возможно, я найду здесь своих единомышленников. Я пытаюсь довести до идеала все, за что я берусь. И я испытываю очень большой стресс, если что-то идет не так, как я планировала или хотела. Если бы год назад мне сказали, что сейчас я буду снимать видео, я бы просто рассмеялась этому человеку в лицо. Я очень импульсивный человек. То есть в жизни я, когда разговариваю, я могу очень сильно вот жестикулировать руками и порой очень сильно говорить. Да. Я очень сильно люблю писать. Писать много и красиво, при этом очень красиво так вот выводить буковки. Есть у меня странная привычка. Если я мало знаю человека, то я могу начать изучать его по его знаку зодиака. И я знаю, что большинство фактов обо мне покажутся вам очень странными. И вот вам мой 9-й факт. Я малеха странная. Недавно я выкупила, что я похожа на Дженнис Джоплин. Ну, посмотрите. Поближе. Посмотрите. Разве не так? Есть у меня еще одна странная привычка, это ассоциировать и сравнивать людей, которых я знаю, с какими-либо актерами или прочими знаменитостями. Кстати, о людях. У меня плохая память на лица. Да и вообще память в принципе. Когда со мной начинают спорить на какую-либо тему, я принципиально начинаю доказывать свою правоту. Я не знаю, как это работает. В голове у меня очень много порой идей, мыслей, каких-то задумок, которые я все время боюсь забыть, поэтому дома у меня полно бумажек, просто стол весь завален бумажками, где просто написаны мои какие-то задания или планы, которые мне стоило бы сделать. Отсюда, кстати, вытекает и следующий факт. Я всегда боюсь забыть что-то важное. Всегда. Я скептик. И, кстати, еще один странный факт. Я до усрачки боюсь бабочек. Они же страшные. Я это сказала. Мое любимое время суток – это 5 утра летом. То есть, когда начинает светать, и на улице нет никого. И ты такой, блин, просто чувствуешь весь эти... То есть, когда на улице только начинает светать, и никого нет. Это просто идеально для меня. У меня неоднозначное отношение к наркотикам. Не потому, что мне было какое-то криминальное прошлое. Просто я придерживаюсь мнения, что в мире и без наркотиков много всего интересного. Моя мечта — это собственная выставка. Ну, а куда мне девать все это? Может... Эти работы и даже больше вы можете найти у меня в группе. Я человек, которому не жаль потратить день, два, три или даже неделю на изготовление реквизита для своих фотографий. И, кстати, их вы тоже зацените. Я не люблю свою улыбку и не считаю ее красивой, хотя многие пытаются вдолбить мне обратно. И когда я улыбаюсь, я вижу это примерно так.
И, кстати, штука, которая многих интересует. Я не слежу за своим весом. Если я заметно начинаю худеть, для меня это здоровенный такой стресс. Хватит меня осуждать. Я знаю, что это так не работает, особенно у особей женского пола, но я же говорила вам, я странная. И не говорите, что я вас не предупреждала. Я ненавижу готовить для себя. Я могу подолгу сидеть голодая, пока кто-нибудь не сделает мне есть. Да что со мной не так? Я ужасно ленивый человек, и мне за это очень стыдно. Раньше я очень остро реагировала на плохие комментарии в свою сторону. Но сейчас, благо, я поняла, намного важнее, какой мысли о себе ты сам и о том, что ты делаешь. Ага, конечно. Surprise, motherfucker. Я очень требовательно и критично отношусь к тому, чем я занимаюсь, и к себе в общем. Но если кто-то будет проявлять ту же самую критичность по отношению ко мне или к тому, чем я занимаюсь, то держите меня семеро. Я люблю погружаться с головой в детство и смотреть такие мультфильмы, как Totally Spies, что с Энди, или сериал «Черный оракул», может, кто помнит. Я обожаю осень, потому что вроде не жарко и не холодно, и ты можешь классно одеваться. О, кстати, об одежде. Я очень люблю красивую обувь, сумки и значки. Ну, еще шорты с завышенной талией, большие черные шляпы с широкими полями и, конечно же, свитера. На 2, а то и 3 размера больше. И если речь идет о стиле в одежде, то я предпочитаю винтаж и минимализм. Мои любимые цвета — это черный и все темные оттенки красного, фиолетового. Ну, знаете, типа цвет баклажан. Или как это там называют, я не знаю. Ну, это что касается одежды. Также я люблю очень нежно-розовый цвет, изумрудный, голубой, синий и что-то в этом роде. Но таких цветов в моем гардеробе не особо много, то есть я не люблю яркие броские вещи. И между прочим, я ненавидела розовый цвет все свои 18 лет, но именно сейчас почему-то он мне понравился. Возможно, это связано как-то с моим детством, потому что мне все время пытались навязать какую-то девчачесть, то есть носи светлые вещи, носи розовые вещи, носи яркие вещи, там это все, меня это очень сильно бесило, но именно почему-то сейчас я просто фанат нежно-розового цвета. И да, с мальчиками я еще с детства лажу лучше, чем с девочками. И да, как вы уже поняли, я с большим трепетом и любовью отношусь к своим воспоминаниям. Это то, что нельзя у меня отобрать. Если бы меня словили папарацци, то меня бы это не испугало. Потому что я сама себе папарацци. Моя любимая книга — «Заводной апельсин», а кинофильмы — «Гуммо» и «Призрачный мир». Не то чтобы это какие-то голливудские сенсации, но за саму атмосферность видео уже хочется просто обнять режиссеров. Это мои вот самые два фаворита, то есть, я не знаю, слышали вы или нет, но посмотрите на звуки и напишите, как вам. Интересно. Я очень люблю собак, но больше всего собак люблю бродячих, поэтому я никогда не упускаю возможности их погладить. Да я, в принципе, люблю животных. Всех люблю животных, кроме бабочек. И последним фактом будет то, что я очень сильно люблю Инстаграм. Потому что именно благодаря ему я все-таки начала как-то продвигаться более-менее. И это круто. Инстаграм — это круто. Инстаграмируйся. Я досняла свое первое видео, наконец-то, с третьего раза, с третьей попытки, да.
В общем, это конец моих 50 фактов обо мне. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если у вас есть какие-либо смешные тоже факты о вас, то я с радостью почитаю их в комментариях. Так что можете их оставлять. Также я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал, если вам понравилось это видео, и поставите этому видео вот так. Надеюсь, что, бро, мы еще увидимся. У меня пальцы зеленые. Так, у меня пальцы зеленые.